Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля. Пояснительный текст историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Сегодня посмотрим на картину «Полинария Михайловича Васнецова. Новгородский торг». По замыслу художника, картина изображает торговую площадь в Новгороде, период расцвета его политического и торгового могущества. Перед нами сердце купеческого Новгорода. Площадь у храма Иоанна Предтечи на Опоках, на торговой стороне города, разделенного рекой Волхов. Вокруг церкви объединялась главная купеческая корпорация – Иванская Стова. В церковных ларях хранились торговые документы Новгорода, грамоты и договоры. В подклетах – общественная казна и ценнейшие товары. Слева у церкви видны городские весы, гарантировавшие единую меру веса по всей новгородской земле – Водской, Обонежской, Бежецкой, Шелконской, в областях Заволочья, Перми, Печоры, Югры. На картине торговая жизнь города представлена менялой за столом для сортировки монет и драгоценных металлов, поселянином, который выгружает с воза воск, купчиной, торгующим с лавочником, ганзейскими купцами, покупающими у охотника мех, обозами товаром, движущимся к торговым судам на реке и обратно, рядами лавок, протянувшихся с обеих сторон моста. Надо сказать, что заграничная торговля в Новгороде была оптовой, нередко весьма крупными партиями. На западе Новгород уже в XI веке вел обширную торговлю. В XII русские купцы обосновались в Любике, а немецкий двор отстроился в Новгороде. Напротив древнейшего Славянска за Волховом видны стены детинца и башни с курантами, а дальше собор Святой Софии со звонницей, которому вся страна называлась Софийской. Ну, вот так кратко о картине «Новгородский торг» Аполлинария Михайловича Васнецова из сборника «Картины по русской истории» российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля с пояснительным текстом историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Все, пока-пока, до свидания.